Сегодня на нашей книжной полке художника замечательная книга Франсуа Телье Люмаш «The Art of Felt» – «Искусство войлока». Эта книга, ну, просто восторг для тех, кто войлоком занимается. В ней столько вдохновляющих дизайнов, текстур и методов получения, что... Ну, в общем, собранного опыта в этой книге хватит на десятилетия творческой работы. Книга издана в 2007 году первый раз, в 2008 переиздана. Больше пока она не издавалась, но, вы знаете, но это действительно фантастический по объему, цельности и важности обучающий материал. Практически все то прекрасное, что мы видим в природе, мы можем воссоздать в войлоке посредством применения разных материалов, получая интересные текстуры. Вот как это сделать, все подробно описано в этой книге. Тут прекрасные фотографии и текстовые описания. Но сейчас с англоязычными текстами вообще справиться не проблема, да, у всех есть доступ к переводчикам электронным. То есть эта книга может стать прекрасным и серьезным подспорьем в вашей творческой работе. Обожаю эту книгу, частенько просто ее листаю, и она является великолепным источником вдохновения. Читайте обязательно. Такие вещи очень помогают в работе. Ну, а если наши минутки тоже помогают вам в работе, то, пожалуйста, подписывайтесь на канал, на сайт, ставьте лайки, а мы всегда рады и старым, и новым нашим друзьям.